Молитесь и будьте. Боже, милости будь мне грешному. Создавай мне, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть яко истину блажить тебе, Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, воистину Серафим, без исцеления Бога, Слово, рожившую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради, пречистой Твоя, Матери Силы Честного, Животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых, помилуй, спаси нас, яко благ еси человека. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, создавай мне, Господи, помилуй мне. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Псалом 81. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать ли соприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы. Боже, не примолчи, не безмолвствуй, и не оставайся в покое, Боже, ибо вот враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Едомовы, измальтяне, Мава, Агаряне, Гайвал и Амон, и Амалек, филистимляне, жители Митира, и Ассур пристал к ним. Они стали мышцами для сынов Лотовых. Сделаем то же, что Мадиаму, что Сесаре, что и Авину у потока Кистона, которые, истребленные в Эндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всякими, всеми вождями их, как с Зевеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селения Божие. Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоей и вихрем твоим приведи их в смятение». Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи, да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя, Господь, Всевышний, над всею землею. Как вожделено жилище Твое, Господи, сил, истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому, и птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Яковлев. Боже, защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желай лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия, ибо Господь Бог есть солнце и щит.
Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушай, что скажет Господь Бог? Он скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, и припадаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть по греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего под Тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день. Тебе и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня и вели в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с посвященным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю Божий сил бесплотных всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здесь, неземной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам его. Да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего,
Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. 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 Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся в мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня на настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и содел меня рабом, достойным своей милости. Аминь. 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 Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Галина, Ольга, Анатолий, Виталий, Екатерина, Игнатий, Надежда, Роман, Сергей, Татьяна, ибо мы усердно к вам прибегаем, как к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей и всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подаем Твои земные и небесные блага, не лиши милости Твоих, посети их, укрепи силы Твои, дар им здравия, спасения души. Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, прости им все грехи вольные и невольные, дар им Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, преподобных боголовных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту, вложи в них крепкую веру. Научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам о Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном, сотворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли на них Духа премудрости,
разума и благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели свои изучаемые предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего, во свое спасение. Потому что Ты – источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Молитесь, Игнатий. Сергей, ты там почему-то пропустил в самом начале молитвы. Там только не считать Царю Небесный, а Отче наш и все остальное до буковки, все остается то же самое. Верни к началу. Прочитай до того, откуда начал. Непонятно, почему пропустил-то. Так а вы псалом начали читать-то зачем-то раньше? Я после псалма и начал. Ну, значит, я ошибся, неправильно, я понял, что считать надо. Вот где Царю Небесный, только пропустить Царю Небесный, больше ничего, 10 дней. А потом Царю Небесный все остается. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Встав после сна, припадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяние каждого на улице. Со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Все. Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовного, родителей, сродника, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Олега, Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона и весь священнический, иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И дай нам еще священника, если угодно тебе. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них. И через них сотвори благое церкви твоей. И сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана. Владимир Александр Эрдогена Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя, Христе Боже наш. Благодарю Тебя, Господи, слава Тебе, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все таланты, дарованные Тобой. Для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и сохрани нас от всякого рода зла, греха, искушений. И защити нас, Владыка, и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там.
Андрея, Игоря, Игоря, Серафиму, Владимира, найди, доброти. Людмилу, Любовь, Владимира, Владимира, Алексея, Иосифа, найди новые души, пришли с детьми. Любящими уставы твоими. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щада, их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину, Рашид, пределы общин. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Наталью, Анастасию, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Сергея, Сергея, Александра, 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 Екатерину, Екатерину, Галину, Самире дай веру истинную, дабы не верил лжепророкам. Аллилуйя! Возри на угрозы врагов, на их злодейство, умещи их нрав и примири их с нами, не дай им погибнуть, и в судный день не помяни их безумие. Максима, Александра, Александра, Сергея, Виктора, Евгения, посети и воздай добром благодетелям нашим, Елену, Людмилу, Леонилу, Евгения, Наталья, Юрия, Эдуарда, Надежда, Светлана. Аллилуйя. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И помяни все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Найди отступников, возврати на путь спасения их. Михаила, Николая, Александра, Юлию. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Путешествующих Раису, Льва, Виктора, Лидию, благослови, жаста, сессив, найди, обрати. Посети, Господи, болящих. Дай силу перенести страдания и пошли им исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Игоря, Надежда, Татьяну, 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 Валентину, 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 Анну, Александру, Марию. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Аллилуйя! Господи, сохрани наши сокровища в интернете и книги здесь и в пути, и трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, и, Господи, Вячеслава, Виталия, Артур, Валентин, благослови, Господи, помилуй. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного! Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче! Свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя! Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение! Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай добром всем помогавшим нам в путешествии нашим, Павлу, Зинаиду, Владимира, Людмилу, Надежду, Дмитрия, Сергея. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел, столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей и бед.
Прошу тебя, мой ангел, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, обрати, найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Господи, Боже наш, слава тебе. Иоанн Креститель, предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать и во всем быть экономным. Дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя. Прошу, Господи, о детях Сирии. Сохрани их и помилуй, пошли им все потребное для жизни, защити их. Каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Моли Бога нас, святитель Христов, Никола Мердыкийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь. Аллилуйя. Благослови, Господи, в этот день все встречи и вложи добрые мысли, кому и как и что ответить, дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриарх, Езра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрок, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы Петр, Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствует о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп Сминский, Юстин, Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Антиохийский, Антоний Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, Царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ева, Сергий, Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы еретиков разрушь и в ничто преврати, и обрати их на путь спасения. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Лёха первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена,
Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, и страшно покорилась Галены, семейство ее, Евгении, Надежды, Светланы, Марии, Людмилы и Анны. И прими, Господи, нашу молитву, воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О всемогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий Христа и пролитой крови Его, ради неложного обещания Твоего услышать, прими и нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, милосердный Господи, и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро, мир вам всем. Доброе утро, с миром принимаем. Не забудь, Сергей, сегодня будь на страже. Привозят помощь. Но мне как, к 11 к вам подъехать? Я не знаю, с какое время, где-то, если бы ты был рядом или пришел с утра, да не знаю даже. С 11 примерно, говорит она, да, часу привезут. Разгружать-то некому. А я какой работник-то? Я боюсь, позвоночник свой берегу маленько. Ну я к 11 подъеду там, может, дровишки поколю пока. Не позвоню. Что, читаем тогда? Продолжаем чтение книги Игнатия Тихоновича Лапкина «К истинному православию». И, конечно же, никуда отделяться не нужно пока, хотя бы года три, и никого из несогласных не запрещать, не отлучать, это ничего не даст. И обязательно всем, подписавшим письмо к Павлу, экуменисту, вынести положенную эпитимью, смотри выше, в течение 3 месяцев или полгода, год. И как декларацию Сергия Строгородского отвергнуть или предать анафеме. И главное, проповедовать чистое Евангелие по толкованию святых отцов, 6 Вселенский собор, 19 правило, и работать, труд и молитва, благовествуя во время и не во время, всем до единого поставив во главу угла Библию и Христа. А иначе так и сгнием вместе моль и ржа, плесень и воры,
черви и жуки, на все вожделенное наше и на неурядицах и поношениях сгорим и сотлим. Если РПЦЗ настаивает на выходе МП из Всемирного Совета Церквей, из экуменизма, ищут, ждут от них смирения, то вот и настал момент самим иерархам, священникам, мирянам РПЦЗ показать, доказать свое смирение, отвергнуть связь с патриархом сербским Павлом. Это, несомненно, легче и проще, чем выйти из МП, из экуменического союза. Сегодня еще не поздно. Следующая тема. Книга «К истинному православию» Игнатия Тихоновича Лапкина. Тема «Размышления о проекте исповедания с учетом сегодняшних ересей и искажений в церковной практике». Первоапостольская церковь на первое место поставила принятие Христа воплотившегося. Цитата. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». Первое послание Иоанна, 4 глава, 2-3 стихи. Но, цитата, «как напротив зла добро, а напротив смерти жизнь, так напротив благочестивого грешник, так смотри и на все дела Всевышнего, их по два, одно напротив другого». Книга Сирахова, 33 глава, 14 стих. Истинное православное исповедание веры во Святую Троицу закреплено в бессмертном верою во единого Бога. Этот символ – вынужденная мера, заслон напротив возникших смертоносных ересей Ариан, История, Никея, Цареградский собор, 325 и 381 годы. Святые отцы не только точно и быстро реагировали на изменения обстановки в церкви, но и писали кредо в нескольких вариантах, расширяя или сокращая отдельные пункты вопроса. Вопросы. Прошло 1620 лет, от 2001 до 381 назад. В четыре раза больше времени, чем до формулировки символа веры от Рождества Христова. 1620 делим на 381. Возникли тысячи новых ересей и искажений. Мы ежедневно читаем веру, делаем удар по потерявшим злободневность ересям, в то время как в православии свирепствуют невиданные раннее отступление от Библии, от соборных канонов, обмерщение. Прошу принять к рассмотрению прилагаемый в кавычках проект добавления к верою, чтобы читать это сразу же за символом веры. Цитата. «Верую, что вся необходимая для спасения истина открыта людям в Библии, названной Священным Писанием и Словом Божиим. По этой книге Бог будет судить всех, поэтому и жить нужно согласно написанному в ней». Цитата. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Иоанна 12:48. Понимать Библию нужно только по толкованию святых отцов Вселенской Церкви. Об этом говорит 6-й Вселенский Собор, 19-е правило. «Вера наша от слышания Слова Божия, но не от пения, богослужения, треп, икон, мощей, храмов». Цитата. «Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Римлянам 10:10. «Верую, что богоустановленный порядок в церкви, в семье, в государстве никто не может нарушить и остаться безнаказанным». Цитата.
Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь. Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Посему, вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком. Которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщениями. Тогда как я не посылал их и не повелевал им. И они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Пророк Иеремия, 23 глава, с 28 по 32 стих. Страх Божий, боясь навеки погибнуть, есть начало и конец мудрости. Муж есть глава, жена доучится в безмолвии, детей воспитывать во Христе в любви и строгости, наказывая согласно Писанию. Цитата. «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Иеремия 2:13. «Истреблен будет народ мой за недостаток видения, так как ты отверг видение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Пророк Осия 4:6. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Малахия 2 глава с 1 по 2 стихи. Проповедь повсеместная, постоянная, есть обязанность всех членов Церкви Христовой. И нет ничего важнее спасения себя и ближнего по Евангелию. Цитата. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Книга Деяний, 8 глава, 4 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Таинство требует только для верующих, членов церкви. Богослужение должно быть только на понятном родном языке. И из посторонних никто не может пристать к церкви». Цитата. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Деяния 5:13. «При возгласе «оглашенные и изыдите» некрещенным и отлученным за грех обязательно выходить в притвор. Священники должны накладывать епитимии за грех, согласно канонам семи вселенских и девяти поместных соборов и правил святых отцов. Торговля в храме категорически запрещена. Брать за плату таинства и требы преступления. Все должны платить десятину на содержание священства. Церковь не должна претендовать на симфонию с государством и не должна подчиняться богопротивным законам государства. Священнослужители, осквернившиеся сотрудничеством с гонителями церкви, объявляются безблагодатными и извергаются. Цитата. «Если которые сопричислились к варварам и с ними во время своего пленения, забыв, яко были понтийцы и христиане, и ожесточаясь до того, что убивали единоплеменных своих, или древом, или удавлением, так аж де указывали неведущим варварам пути и домы, таковым должно прекратить и вход даже в чин слушающих, доколе,
что-либо изволят о них купно сошедшися, святые отцы и прежде их Дух Святый. Кавычки закрываются. Еще цитата. Плач бывает вне врат молитвенного храма, где стоя согрешивший должен просить и входящих верующих, дабы они помолились за него. Слушание бывает внутри врат, в притворе, где грешник должен стоять и до моления об оглашенных, и тогда исходить. Ибо правило глаголит, слушав Писание и учение, да изнежится и да несподобится молитвы. Чин преподающих есть, когда кающийся, стоя внутри врат храма, исходит вместе с оглашенными. А чин купно стоящих есть, когда кающийся стоит с купно верными и не исходит с оглашенными. Конечно же, есть причастие святых тайн. Григорий Кесарийский, 8 и 12 правило. С расколами и ересями никто не может бороться физическим преследованием, но только доказательствами по Библии и канонам. Экуменизм – все ересь, анафема. Верую, что за гробом нет покаяния и участь неуверовавших во Христа при жизни – мучения в аду и неизменно от желания живущих на земле. Вне церкви нет спасения. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Книга Деяний, 2 глава, 47 стих. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 3:21. Принятие Христа в свое сердце, покаяние, крещение с троекратным погружением руками законного священника есть единственный вход в церковь. Крестящие без длительной катехизации и без погружения извергаются. И таковое крещение недействительно. Цитата. Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого тайнодействия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен. Апостольское правило, 50. Церковь есть собрание верных, где есть епископ, священник, диакон, по рукоположению непрерывно от апостолов. Еретики, сектанты вне церкви. Книга к истинному православию Игнатия Тихоновича Лапкина. Покаяние перед старообрядцами архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей. Верующих чад Русской Православной Церкви на родине и в России, не держащихся старого обряда, собор епископов Русской Православной Церкви за границей РПЦЗ приветствует. Возлюбленные братья и сестры по святой православной вере нашей, благодать и милость человеколюбца Спаса да будет с вами вовеки. В год, когда Святая Православная Церковь обращена к 2000-му юбилею Рождества, воплоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы, собор епископов Русской Православной Церкви за границей, собравшихся в богохранимом граде Нью-Йорке, на наших заседаниях думаем и о том, как бы мы могли способствовать уврачеванию того разделения, которое уже столько столетий переживает Церковь Российская вследствие богослужебных изменений, установленных в 17 веке. Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам старого обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в иерархии Русской Церкви только за любовь старообрядцев к преданию, принятому от благочестивых предков, за ревностное хранение его.
Русская зарубежная церковь с самого своего основания соответственно искала примирения со старообрядцами. И на своем третьем всезарубежном соборе, состоявшемся в 1974 году, во всеуслышание провозгласила древние богослужебные обычаи и обряды православными и спасительными. Запрещения же и клятвы, наложенные в прошлом на содержащих этих обычаев, считать недействительными, отмененными и яко не бывшими. И несмотря на это, хотя наша иерархия и наши верующие никогда не участвовали в преследованиях и насилиях, причиненных старообрядцам, мы хотим воспользоваться и ныне данным случаем, дабы и спросить у них прощения за тех, кто презрительно относился к их благочестивым отцам. Этим мы хотели бы последовать примеру святого императора Феодосия-младшего, принесшего святые мощи святителя Иоанна Златоуста в царственный град и из дальней ссылки, куда родители его немилостиво отправили святителя. Применяя его слова, мы взываем к преследованным: «Простите, братья и сестры наши, прегрешения, причиненные вам ненавистью, не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников, не возлагайте горечь на нас за невоздержанные деяния их, хотя мы потомки гонителей ваших, но не повинны в причиненных вам бедствиях. Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека, тяготеющего над ними. Мы кланяемся вам в ноги и препоручаем себя вашим молитвам. Простите оскорбивших вас безрассудным насилием, ибо нашим и устами они раскаялись в соделанном вам и спрашивают прощения». В 20 веке на православную российскую церковь обрушились новые преследования. Теперь уже от рук богоборного коммунистического режима. Пред нашими глазами ярким образом представилось преследование при малодушном или даже бессовестном сотрудничестве и пособничестве гражданским властям со стороны лиц, именующих себя церковными. Мы со скорбью признаем, что великое гонение нашей церкви в прошедшие десятилетия отчасти может быть и Божьим наказанием за преследование чад старого обряда нашими предшественниками. Итак, мы сознаем горькие последствия событий, разделивших нас и тем самым ослабивших духовную мощь русской церкви. Мы торжественно провозглашаем свое глубокое желание исцелить нанесенную церкви рану и молимся о том, чтобы мы, если на то будет воля всемилостивого Бога, могли бы участвовать в таком богоугодном деле. Мы верим, что с обеих сторон требуется воля следовать спасительным заповедям Христовым в исповедании, что не обряды наши сами по себе приближают нас к Богу, но покаяние наше, смирение, готовность ко взаимному прощению, любовь и все христианские добродетели устрояют нам наше спасение. Мы искренне желаем встретить представителей церквей старого обряда и согласий, а также их приходов, дабы мы могли совместно разрушить средостение, разделяющее нас, и подготовить путь к добрым отношениям и, наконец, к восстановлению полного общения между нашей церковью и теми, кто стремится сохранить старый обряд в лоне русской церкви. 13-26 октября 2000 год.
заявление, комментарий. Этого документа миллионы людей ждали 333 года со дня реформы Никона. Реформы ненужной, противозаконной и крайне вредной, принесшей неисчислимые страдания верным сынам православной церкви на Руси. Реформа Никона расколола русскую нацию, ослабила ее силы и привела в конечном счете к засилию масонов при Петре I и к революции 1917 года. Это решение Синода РПЦЗ будет, быть может, самым лучшим и памятным, что вышло от них за последнее десятилетие. И даже против такого смелого, открытого покаяния, направленного на то, чтобы снять с себя вину, возложенную на них от отцов-реформаторов, сегодня пытаются протестовать и представить в ложном свете курские и другие лжепатриоты православия. История учит нас просить прощения не только у живых, но и у мертвых, чтобы снять вину греха. Это было с Феодосием младшим, императором Византии, который писал к Иоанну Златоусту как к живому спустя 32 года после его кончины при принесении его мощей. Он просил у святителя прощения за лютость матери Евдоксии, свергнувшей и сославшей Златоуста в ссылку, до которой он так и не дошел, умерев в пути. При перенесении мощей митрополита Филиппа, удушенного Малютой Скуратовым по приказу одного из лютейших в мире правителей, царя Иоанна Грозного, молодой царь Алексий Михайлович просил прощения у митрополита Филиппа за неумеренную лютость предка своего Иоанна. Покаяние перед старообрядцами, природными русскими гражданами, патриотами своей родины и старой веры снимает душевный гнет с гонителей и их духовных потомков в этой жизни до суда Божия. Мы продолжаем чтение книги «К истинному православию» Игнатия Лапкина. И следующая тема. Я перехожу в Московскую патриархию. Первое. Что есть Московская патриархия и ее происхождение? Кто создал ее с такой целью? Ответ. После лютых гонений эти же самые гонители, страшнейшие Нероны, Нероны, Диоклетианы, Юлианы, чего ради вдруг решили ими же столько лет безжалостно уничтожаемую церковь легализовать? Если этими богоборцами была создана так называемая живая церковь, которой они благоволили, дабы через этих добровольных соглашателей и предателей уничтожить непокорившуюся им часть церкви, то куда вдруг исчезло все руководство, епископы, священники этой блудницы, сидящей на багряном звере? Суть обновленчества не в обрядах, богослужении на русском языке, женатом епископате. Обновленчество – это животолюбие своего «я» до полного забвения заветов Христа, забвения того, что невозможно соединить служение Богу и миру. Обновленцы – явление не новое в истории церкви, но тогда, по правилам церковным, все стукачи, сексоты, все сотрудничавшие с врагами церкви, отлучались от причастия на 15-30 лет. Правило святого Григория Неокесарийского, 262 год. Основанная в 1943 году Сталиным, Берием, Московская патриархия как «карманная» в кавычках церковь для прославления богоборческого режима и тиранов, вобрала в себя не только весь опыт обновленчества,
но и всех, в кавычках, принесших раскаяние, то есть перекрасившихся обновленцев, каким был и митрополит Сергий Строгородский, будущий первый сталинский патриарх. Московская патриархия и есть самая настоящая обновленческая организация, структура, но при прежних старых обрядах, при церковно-славянском языке. Необновленческая неживая церковь. Рукоположения, поставления в епископы стали производиться по указанию безбожной мирской власти, что все эти назначения делает недействительными. Кавычки открываются. Если какой епископ мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним. Апостольское правило 30, цитата. Всякое избрание во епископа или пресвитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу, которое говорит. Если который епископ мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним. Седьмой Вселенский собор, третье правило. Участие Московской Патриархии в экуменизме, в этой всей ереси, моления с еретиками, извергает творящих такое из сана и из церкви. Из 719 действующих правил соборов и святых отцов, регламентирующих жизнь церкви, в Московской Патриархии сегодня 413 правил умышленно, повсеместно, ежедневно попираются, ставятся ни во что. Шестой Вселенский собор, первое-второе правило. Церковь превратили в проходной двор, в ларек по продаже треб. Требования к духовному уровню крестящихся, в кавычках, причащающихся, равны нулю. Мир и церковь неразличимы друг от друга. Эпитемии отсутствуют. Оглашенные изыдите не выполняются. Для входа в церковь не требуется совершенно ничего. Вошел, вышел. Любой с улицы церковное здание церкви считает своим. Ситуация совершенно бесконтрольная, мирская, публичная, в кавычках, церковь. Для того, чтобы стать членом секты, ислама, партии, что-то требуется сделать. Здесь же не нужно ничего, только было бы желание перешагнуть порог церковный или вызвать на дом батюшку. Были бы деньги. Сравни. Книга Деяний 5.13. Из посторонних же никто не смел приставать к ним, а народ прославлял их. Сегодня кто посторонний для МП? К кому пристать? Как? Поэтому слова «я перехожу в Московскую Патриархию» не имеют смысла. Самая великая, роковая, смертельная ошибка – абсолютно неправильное вхождение в церковь. Нет научения длительного от 3 до 5 лет оглашения. К церкви присоединяет Господь через личное уверование принятие Христа в свое сердце. Цитата. Чуждающихся собрания одной церкви не принимать и в другой церкви. Принявший отлученных и сам да будет вне общения, как производящий замешательство в чине церковном. Антиохийский собор, правило 2, 341 год. Любой приезжающий на новое место должен привозить с собой характеристику из церковной общины, откуда он прибыл. Даже нищие не имеют права поберушничать возле храма, пока церковь не выдаст им мирной грамоты, свидетельство того, что он действительно нуждается в помощи церкви. Цитата. «В
Всем убогими вспоможения требующим определили мы, по удостоверению в их бедности, ходить с мирными, только церковными письмами, а не с представительными грамотами. Потому что представительные грамоты надлежит давать только лицам, находящимся под сомнением. Четвертый Вселенский собор, 11 правило, апостольское правило, 41 Антиохийский собор, 25.7. У священников с собой всегда должна быть ставленная представительная грамота. Цитата. «Освященному или причетнику не должно путешествовать и без правильной грамоты от епископа». Лаодикийский собор, 41 правило, апостольское, 33. Четвертый Вселенский собор, 13.11. Апостол, 12 правило, Карфагенский собор, 100.32.119. Шестой Вселенский собор, 17 правило. А также у всех клириков. По каким признакам можно было бы назвать Московскую Патриархию сродной Первоапостольской Церкви? Вопрос. Святые апостолы, войдя в любой нынешний храм при богослужении, не спросили бы, а какой веры эти люди, что тут происходит, что творится? И никому дела нет, что входящие под своды ажурно сложенных кирпичей ничегошеньки не понимают в действии самвона и алтаря. Все во внешнем, четырежды запечатанное живое слово Бога живого, театральность. Покажи хотя бы на один взгляд служение апостола Павла, и воскликнет душа, сравнив с сегодняшней молотилкой в храмах, захлебнувшись слезами. Господи, да ведь здесь же нет ничего евангельского, тебя скрыли, разум сразили театральностью. Это же все без сравнения с евангельским служением, бездушная византийщина, мирушность, подражание пышности тех дворцов. Это неохристианство, обрядоверчество. И переходить сюда никто не возможет, как нельзя переходить в магазин, в театр. Создана совершенно новая религия. Переход – это должно быть перерождение, коренное изменение. Как переходить можно туда, куда любой свободно входит и пользуется всем, что дается приступившему церковный порог. Любому купи крещение, купи любую требу вопреки Писанию. Пророк Неемия, 10 глава, с 28 по 39 стихи. Давайте прочитаем. Неемия 10. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи, все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почтеннейшим из них, и вступили в обязательство с клятвой и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его. И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода.
И поставили мы себе в закон давать от себя по 3 сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все совершаемое в доме Бога нашего. И бросили мы жребий о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей, начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей своих, из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего. И начатки из молочного, и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла, мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину из земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Потому что в эти комнаты, как сыны Израилевы, так и левиты, должны доставлять приносимое в дар хлеб, вино и масло. Там священные сосуды и служащие священники, привратники и певцы. И мы не оставим дома Бога нашего. Превратили Божий дом молитвы в вертеп разбойников. Цитата. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Евангелие от Матфея, 21 глава, 12-13 стихи. «Прельщая и убивая души разрешением грешить, по пророчеству Достоевского, братья Карамазовы, глава «Великий инквизитор». И идут люди не за Христом, а за инквизиторами, которые ласкательствуют им и, позволяя грешит, продают индульгенции, таинства, все больше и больше, развращая народ, умащивая, в кавычках, благими намерениями их дорогу в ад. Желание людей, уходящих в Московскую патриархию, идти не путем истины, а путем греховных желаний и прихотей своего «я», обманывающих самих себя и тешащих себя пустыми надеждами, неподкрепленными верой. И попустительство церковных служителей греху – основное зло и одна из причин обмерщения Московской патриархии. «Остановись, душа! Остановись, душа, расспроси о путях древних, о пути добром, чтобы идти по нему и найти покой, дабы не отверг тебя Господь». Пророк Иеремия, 6 глава, 16-21 стихи. Для спасения знающих истину Бог установил жесткую иерархию подчиненность. Разрыв этой богоустановленной структуры смертельно опасен. Хотя вначале кажется, что отвергшийся отца свободен, волен делать, что хочет, бодрится. Лука 15 глава с 11 по 32 стихи. Но процесс разложения, гниения, гангрена в совести раздувает самость, кастрирует мысль в выборе направления. Подчиненность, неразрывность была запрограммирована у Адама Богу, у Евы Адаму,
у детей родителям, у богоизбранного народа Божия, у евреев и Иегове с его законом. В каждом из 12 колен Израиля сжатость в труде, земле, женитьбе. Все в рамках колена с именем родоначальника Левия, Иосифа и так далее. У небесной иерархии все 9 чинов действуют непереходимо, каждый в своем чине. Ангелы, серафимы, начало и так далее. Везде запреты на выход из очередного круга жизни и деятельности под страхом смерти, анафеме. Не очередного, а очерченного. Да, простите. И везде запреты на выход из очерченного круга жизни и деятельности под страхом смерти, анафеме. Исаия 14 глава и Иезекииль 28 глава. Могло ли быть иначе в Новом Завете? Цитата. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». 2 Фессалоникийцам 3:6. Еще цитата. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». 1 Коринфянам 12:8, 28, Ефесянам 5:22, Колоссянам 3:20-22. Не случайно духовное родство возвышенного над плотским евреям 12 глава 7 по 13 стихи. Когда плотской отец наказывает сына, то у сына только один путь – покорность отцу и страх перед ним. Извращение жизни, строя порядка, когда наказанного сына, сбежавшего от отца, примет, усыновит в кавычках сосед. Правило соборов, Антиохийское второе, имеет одну цель – соблюсти справедливость, не потворствовать дерзким и непоковыривым, привести их к послушанию. Ну, все на сегодня. Хорошо. Какие-то вопросы, может, есть? Осталось там половина. У нас отъезд послезавтра утром, так что помолитесь, чтобы и погода была. Как вот ехать по Теряевку? Дождя нет, месяц целый. Как ехать? Почти всегда. Дождь, и приходится объезжать, 50 километров лишний делать. Молимся. Ничего нет, значит, прощаемся. Благодарю, спаси Христос. Аллилуйя. С Богом. Выставили, что Метрополии газета, там журнал назвать, выставила о приезде к нам митрополита Сергия. Там увидите, они сами фотографии делали. Все.